Всем привет, коты, с вами Котяра Плей, и сегодня я обнаружил секретную штуку. По названию ролика и потому, что я вам сейчас показываю, вы можете это увидеть. Это секретная Оби в Adopt Me. Короче, идем вот сюда на площадку, заходим за эту горку, и тут Оби. Погнали их проходить. Мы зашли. Тут есть несколько Оби. Давайте зайдем, допустим, в одинокий пик. Интересно, что здесь. Панда полетела. Так, то есть не панда, а мой Селли. Так, сюда, сюда. Ай! Ребята, тут есть разные паркуры всякие. И вот сюда, и сюда. Даже как-то интересно. Я раньше не знал, что есть паркуры в Adopt Me. Я думал, что вот можно найти режим себе с паркурами. А в Adopt'е... Вот я играл и такой... Да вряд ли в Adopt'е могут быть Оби. Я никогда не заходил за ту горку. Кстати, кто тоже не знал про вот эти вот Оби, пишите в комментариях. А я буду дальше проходить. Опа. Я здесь. Заканчивать. Ребят, неужели мы прошли это Оби? Так, если вы хотите вторую часть, пишите в комментариях. Я пройду обязательно. Ладно. Давайте как-нибудь красиво закончим. Так, Селли, вы что тут разлеглись? Давай, вставай. Короче, какой-то баг у меня. Я не могу сесть на своего Селли. Ладно, а с вами был Котяра Плей. Всем пока-пока, до скорых встреч!